Здравствуйте, дамы и господа, любители, профессионалы дзюдо. Сегодня вашему вниманию представляется обзор поясов для кимоно дзюдо компании Fighting Films. И давайте мы посмотрим, как выглядят эти пояса от начинающих дзюдоистов и заканчивая профессиональными спортсменами. И вы видите здесь гамму цветов, пояса различного цвета, от желтого до черного. Но мы сегодня с вами посмотрим, они в принципе все по качеству своему одинаковые. Единственное, мы посмотрим, чем же отличаются непосредственно пояса для любителей или для детей и подростков. Это желтый, там, оранжевый, синий, коричневый. И пояс для профессионалов – это черный. Итак, начнем с пояса для любителей, желтого пояса. Убираем в сторону другие пояса. Итак, перед вами пояс для кимоно, дзюдо компании Fighting Films. И сейчас мы его распакуем, чтобы посмотреть повнимательнее. Вот так он выглядит в упакованном состоянии. Здесь такие ленточки с логотипом производителя. Здесь мы видим сам логотип. И еще цифры 280. Это означает длина пояса. 280 сантиметров, то есть 2 метра 80 сантиметров. Длина пояса зависит от роста, веса занимающегося и обычно начинается от 220 сантиметров и заканчивается 320 сантиметрами. Давайте мы распакуем один пояс. Итак, перед вами желтый пояс компании Fighting Films. Вот так он выглядит в сложенном виде. Мы его можем растянуть. Это очень длинный пояс, 2 метра 80 сантиметров. Но, как я уже сказал, есть пояса и 2 метра 20 сантиметров, 2 метра 40 сантиметров. Вот. Пояс, ширина пояса стандартная, как и у всех поясов, что для любителей, что для профессионалов. Она стандартная, где-то 4-5 сантиметров. Толщина тоже стандартная, порядка 1 сантиметра. И он прошит, многострочно прошит, что и делает его достаточно крепким. Этот пояс в меру жесткий и мягкий в то же время. Подходит для детей и взрослых. Вот. Очень хорошо завязывается и держит узел и форму самого пояса. Вот такой замечательный пояс компании Fighting Films. И давайте мы сейчас еще посмотрим. Вот так же есть и оранжевые пояса, зеленые, синие и коричневые. Это пояса для любителей, от самых новичков, которые только начинают заниматься, и уже которые идут выше-выше в своем профессиональном росте. И сейчас мы посмотрим уже черный пояс компании Fighting Films для профессиональных дзюдоистов. Вот перед вами черный пояс компании Fighting Films для профессиональных дзюдоистов. А что это значит? Это значит, что этот пояс имеет также специальную нашивку. Сейчас мы ее посмотрим.
И ну давайте все по порядку. Итак, перед вами еще раз черный пояс профессиональный компании Fighting Films для дзюдо. Вот мы видим здесь логотип компании-производителя. Он выполнен в красном цвете, золотыми нитками прошитый. И здесь написано Superstar 750. Это модель этого пояса. Он также имеет, видите, здесь ленточки скрепления. На этих ленточках также есть логотип компании-производителя и логотип Международной Федерации Дзюдо, что указывает, что это профессиональный пояс для спортсменов самого высокого уровня. Итак, здесь также указано, есть нашивка, это длина пояса, то есть его размер 300 сантиметров. Но также есть пояса для профессионалов, которые начинаются от 260 сантиметров, с шагом по 20 сантиметров, то есть 260, 280, 300, 320. И давайте посмотрим, откроем его и посмотрим, как он выглядит. Дальше, вот мы распаковываем. Такой пояс профессиональный, он уже гораздо плотнее. Больше строчек здесь. Видите, здесь строчки, это ниточные. Они увеличивают плотность таким образом самого пояса. Ширина стандартная у него, 5 сантиметров. Толщина тоже стандартная, где-то 1 сантиметр. Вот так он выглядит, вот. На одном конце здесь мы видели уже с вами логотип фирмы-производителя Fighting Films. А на другом конце пояса есть специальный логотип Международной Федерации Дзюдо, который указывает, что этот пояс используется для соревнований, проводимых Международной Федерацией Дзюдо. Здесь написано «Approved Judo International Judo Federation», то есть допущено для участников соревнований, проводимых Международной Федерацией Дзюдо. То есть это соревнования самого высокого уровня, вплоть до Олимпийских игр. Вот такой пояс черный. Он в сложном виде, но его можно растянуть, развязать, просто в камеры не очень будет видно. Вот такой пояс для профессиональных дзюдоистов. Он очень крепкий, достаточно плотный и очень, что важно, качественный пояс, как и все товары компании Fighting Films. Вот. Давайте еще раз посмотрим, какие есть цвета. От любителя до профессионала пояса для кимоно дзюдо очень высококачественные. Рекомендую.